Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Все любят иногда стрескать какую-нибудь сладость к чаю или кофе, и я не исключение. Однако магазинные сладости мне чаще всего не нравятся. Вот такое привереда, поэтому обычно я готовлю сам. Постоянные зрители канала уже видели наверняка и маффины, и овсяные печенья, и савоярди. А если не видели, то щелкайте и посмотрите. Ну или заглядывайте в описание видео, ссылку я там размещу. Сегодняшний рецепт очень простой, и у него есть одна совершенно потрясающая особенность. Если вы умудритесь припрятать баночку с этими сладостями так, что ее никто не найдет, то хранится все будет и не испортится до тех пор, пока вы сами все не съедите. А я уже начну готовить. Яйца надо взбить с сахаром. Все пропорции я, как всегда, указываю в описании ролика, там и высматриваете. Сегодня у меня бисквити двух видов. Вообще рецепт на редкость примитивный, и вы можете использовать любые наполнители. Любые орехи, любые сухофрукты, можно в тесто кофе добавить, можно лимоны или апельсиновые цедры. Дело в том, что бисквити – это, по сути, десертные сухарики. На самом деле, родина их является Тоскана, и в Тоскане их называют кантуччи. Эти сухарики пекутся дважды. Ну, сейчас все увидите, пока займусь начинкой. В результате получаются очень сухими. Ну, в смысле, потому что дважды их пекут, поэтому сухие получаются. И поэтому подают их чаще всего с десертным вином. Это лакомство быстро распространилось не только по всей Италии, но и по всему миру. И в остальных местах его употребляют обычно с чаем или кофе, а не с вином, как в Италии. Естественно, появилось множество отклонений от традиционного рецепта. Кое-где стали добавлять масло в тесто, чтобы сухарики получались не такими сухими. Исходя из моего опыта, могу сказать, что в качестве одного из наполнителей надо обязательно добавлять орехи. Причем очень крупными кусками, можно вообще целыми. В орехах много масла, поэтому при поедании сухариков, которые содержат большое количество орехов, этот десерт кажется гораздо более жевабельным. Ну, в смысле, не таким сухим. Отлично, все взбилось. Теперь сюда отправляю муку, соль и разрыхлитель. Иногда меня спрашивают, можно ли заменить разрыхлитель содой. Меня такие вопросы, признаться честно, изрядно удивляют. Вы посмотрите, состав разрыхлителя-то. Неужели сложно? Ах, если бы у меня был разрыхлитель, я бы тогда не спрашивал про замену. Вас что, в гугле забанили? Ну, вы посмотрите, в гугле-то. Состав разрыхлителя, и все станет ясно. Короче, нет разрыхлителя, добавляйте пищевую соду и лимонную кислоту. Только не надо предварительно гасить соду кислотой. Вам пузырьки в тесте нужны, а не в ложке. Ну вот, тесто практически готово. Можно добавлять начинку. Отделю половину теста. У меня же сегодня два вида сухариков, помните? Сюда я отправлю курагу и миндаль. Пусть перемешивается. А сюда фундук и чернослив. И это тоже перемешаю. Тесто очень липкое. Да, а духовку уже можно включить. Примерно 150 градусов. Ага. Тесто готово. Можно формировать батончики. Подпыляю стол мукой и надеваю перчатки. Руки у меня волосатые. И если перчатки не одеть, то не только руки волосатыми будут, но и бисквити. А теперь все просто. Разделю тесто на две части. Так, раскатываю батончик. Вот так вот. Слегка приплюсну его, потому что бисквити, ну, в смысле кантуччи, имеют такую характерную форму. И перекладываю на противень. Бумагу для выпечки ничем не смазывал, потому что использую именно такую, которая не требует смазывания. Но вы читаете инструкцию на упаковке своего рулончика бумаги. И то же самое с оставшимся тестом. Вот так. И отправлю в духовку на 30-40 минут. Ждем. Прошло 35 минут. Следующий этап. Сейчас заготовки слегка остынут, чтобы руки не обжигали, и можно нарезать. Прошло 10 минут. Формируем будущее печенье. Традиционно их режут наискосок. Ну, я не буду отклоняться от традиции.
Нож удобнее использовать с селекторным лезвием. Хлебный. А нарезанные бискотти перекладываю обратно на противень. Их надо второй раз запечь. Сиречь подсушить. Вот так. И отправлю обратно в духовку. В этот раз температура нужна пониже. Градусов 130. И опять ждем. Теперь минут 15, 20, 25, 30. Время в данном случае зависит от реальной температуры в духовке и от влажности вашего теста. В принципе, они уже сейчас готовы. Но если их подсушить, то храниться они будут гораздо дольше. Подождем. Все готово. Пока они немного остывают, сооружу себе чайку. Ветер на улице поднялся. Наверное, шумы будут, извините. Может снимать пробу. Вот такие сухарики. Красота. Хрустят. Чернослив очень тонко чувствуется. Я считаю, прекрасный десерт. Много его грызть не будешь. Это не торт, не пирог. А так, по штучке, по две. Очень полезно для талии. Давайте попробуем, что у нас с курагой. Смотрите, какая здесь куча орехов. Красота. В этом сухарике, ну из-за неравномерности вымешивания, видимо, орехов больше досталось, и он более мягкий. Курага добавляет сладости, но, наверное, хотелось бы еще больше немножко цитрусового аромата. И я думаю, что когда в очередной раз меня накроет желание приготовить такие сухарики, такие бискотти, я вот к сухарикам с курагой добавлю, наверное, даже не только, может быть, цедр лимона, но, может быть, еще и лимонного сока, скорее всего. Храниться они будут у меня отлично вот в таких банках. Ну, правда, недолго. При моей большой семье это съест очень быстро. Но вы уже поняли, что сегодняшний рецепт открывает просто непаханное поле для самых различных вариаций. Поэтому проявляйте фантазию, делитесь результатами. Поделиться можно фотографией результатов. Не обязательно высылать в мой адрес такие бискотти. А фотографии свои можете разместить в группе ВКонтакте. Ссылку на группу ВКонтакте ищите в описании видео. Я вообще под каждым роликом ссылки на все свои соцсети публикую. Спасибо за компанию. Всем пока.